Здравствуйте. О новостях Донской столицы расскажут корреспонденты Южный регион Инфо и я, Нина Приходько. Смотрите сегодня в выпуске. Мощь российской армии. В Ростове отпраздновали пятилетие Южного военного округа. Сегодня это современный, крепкий и надежный щит на южных рубежах России. Веники и грабли раздали активистам. В Донской столице прошел общегородской субботник. Почаще бы встречаться вот так. Здесь, в наших парках, потому что каждую субботу приводить в порядок их, потому что на самом деле это и сплачивает коллективу, мы украшаем свой любимый город. Роман с наукой. В год литературы 48 тысяч гостей приняли участие в 6-м фестивале науки Юга России. Вот работает электростатический маятник. В Ростове отпраздновали пятилетие Южного военного округа. Торжества начались в сквере имени Фрунзе. К мемориалу павшим воинам возложили цветы и венки. И раз! Почтили память погибших представители командования военного округа, военнослужащие, ветераны, руководители южных и северокавказских субъектов страны и представители администрации Ростова. Во время военной реформы в 2010-м северокавказский военный округ преобразовали в Южный. Он объединил сухопутные войска, силы ВВС и ПВО, Черноморский флот и Каспийскую флотилию, соединение спецназа и железнодорожных войск. Они базируются на территории 3 федеральных округов и 15 регионов России. За прошедшие 5 лет войска переоснастили, округ получил 1000 единиц вооружения и техники. Сегодня его и мощная структура российской армии, говорили уже со сцены окружного дома офицеров. Сегодня это современный, крепкий и надежный щит на южных рубежах России. Говорю об этом с уверенностью, потому что я знаю, какая огромная работа проделана за прошедшие 5 лет и какие уже есть результаты. А предстоит сделать еще больше, ведь мы только в начале пути. Среди военнослужащих округа немало представителей Ростовской области. Они достойно несут ратную службу и не раз демонстрировали свои навыки в ходе учений и тренировок. А только в 2015 году в войсках ЮВО их проведено более 600. 50 тысяч ростовчан взяли в руки веники и грабли и вышли на общегородской субботник. Порядок наводили во всех районах города. Кипела работа и на оживленных улицах, и в скверах. Затем, как преображался парк Островского, наблюдала наша съемочная группа. 100 ветки спилить, опавшую листву убрать. Работа в парке Островского начала кипеть с 9 утра. Коммунальные службы, студенты и школьники, представители органов власти, засучив рукава, приступили к работе. Для удобства территорию разделили на участки. Такая бодрость духа сегодня. Вот Сергей Иванович дал нам участки работ. Мы получили центральную аллею. Я хочу сказать, что вот почаще бы встречаться вот так. Здесь, в наших парках, потому что каждую субботу приводить в порядок их, потому что на самом деле это и сплачивает коллективу, мы украшаем свой любимый город. Одновременно к масштабной уборке приступили во всех районах города. По приблизительным подсчетам, чистоту наводят около 50 тысяч ростовчан. Им в помощь не только мелкий инвентарь, но и 805 единиц техники. Наверное, этим субботником мы начинаем такую череду работ, которая предваряют зиму. Мы будем работать до самого Нового года, будем убирать мусор, будем убирать ветки, опиловкой заниматься. Ну и на сегодняшний день у нас в каждом районе 4-5 мест наших основных центральных. Собираться на общегородской субботник нужно не реже одного раза в месяц, отмечает Сергей Горбань. Вовлечь в процесс хотят не только предприятия Донской столицы, но и всех ростовчан. Чтобы город стал еще краше, власти собираются привести в порядок Октябрьскую площадь на проспекте Шолохова. Загромождающие ларьки планируют убрать под крышу единого торгового павильона. Здесь же обустроят главный вход в парк Островского. Здесь будут и павильоны, они действительно будут из стекла. И Сергей Иванович, например, сказал, что это должны быть не отдельные павильончики, в которые ты заходишь и выходишь, а что это должна быть практически галерея, чтобы человек мог спокойно ходить по данному комплексу и видеть все разнообразие цветочной продукции, которая будет предложена. А вместе с этим будет стоять колоннада.
Название парка оборудуют подсветкой и высадят новые деревья. Преимущественно это будут вечно зеленые туи и можжевельники. Виктория Щетинина, Владимир Дудник, Южный регион Инфо. С историей Земли, законами физики и возможностями робототехники познакомили ростовчан на 6-м фестивале науки Юга России. Университеты, музеи и исследовательские центры подготовили для горожан научные квесты, мастер-классы и деловые игры. За 2 дня фестиваль посетили 48 тысяч гостей. В пробирках минеральная вода. На глазах горожан исследуют около десятка образцов. Производители заверяют, продукция полезна для здоровья. Гидрогеологи проверяют, так ли это. Оказалось, не вся вода соответствует ГОСТам. Результаты известны практически сразу. То есть это все в режиме, каждый человек может попробовать сам это поучаствовать. И он это все наглядно видит. У нас есть данные по ГОСТам, которые сверяются. Не хотелось бы разрекламировать некоторых производителей, но не все выдерживают стандарты. Приобщить горожан к науке нестандартными способами стараются на площадках фестиваля. Университеты, исследовательские центры, музеи и компании-партнеры развернули 135 модулей на 5000 квадратных метров. О физике, химии и биологии рассказывают не сухим языком теории, а в доступной, увлекательной форме и обязательно с примерами. Работает электростатический маятник. Здесь же и последние разработки молодых ученых Юга. Этим роботом-разведчиком заинтересовались не только посетители 6-го фестиваля науки, но и военные. Сфера применения инженерного творения велика, говорят авторы и демонстрируют способности своего детища. Применение этого робота возможно в целях, как разведывательный дрон или же, допустим, робот охраны с передачей видеоизображения. Ну а потенциально, так как это мобильная платформа с удаленным управлением, потенциально можно установить на нее и вооружение. Ну, в принципе, спектр применения разнообразен. Сейчас это как робот-разведчик представлен у нас. Приглашали на праздник всех, но самыми желанными гостями стали школьники. Те, кому только предстоит выбрать профессию. О том, что наука – это не скучно, участники фестиваля рассказывали в течение 2 дней. За это время успели провести 500 лекций, мастер-классов и презентаций. Их посетили 48 тысяч ростовчан и жителей области. Виктория Щетинина, Владимир Дудник, Южный регион Инфо. Мы продолжаем говорить об экономической ситуации в стране, о том, что происходит на валютном рынке. К нам присоединяется наш финансовый эксперт Артем Хачатрян. Здравствуйте. Здравствуйте, Нина. Сейчас все внимание направлено на ситуацию в Сирии. Наши западные партнеры не очень довольны действиями России. Нет ли в этой связи возможности ужесточения санкций по отношению к нашей стране? Что касается санкций по отношению к России, то, на мой взгляд, ситуация в Сирии вряд ли приведет к каким-то изменениям в этом вопросе. С одной стороны, США и Европа заинтересованы в разрешении ситуации с ИГИЛ, и участие России может быть воспринято положительно, несмотря на существующие разногласия, связанные с дальнейшей судьбой этой страны. С другой стороны, наши западные партнеры неоднократно связывали судьбу санкций с выполнением сторонами минских договоренностей, которые были подтверждены на последней встрече «Нормандской четверки». И ситуации на Украине. В результате участие России вряд ли приведет к ужесточению санкций. В последние дни наметился резкий рост цен на нефть. С чем связана подобная динамика и чего ждать в дальнейшем? Эскалация конфликта в Сирии и возможность перехода полноценных боевых действий на Ирак и сопредельные страны может привести к серьезным повреждениям инфраструктуры, связанной с добычей и транспортировкой нефти. Это и вызывает опасения относительно объемов поставки нефти из региона на мировой рынок в среднесрочной перспективе, что в свою очередь способствует спекулятивному спросу на нефть и росту цен на рынке. Также поддержку рынку оказывают и данные из США, которые говорят о возможности продолжения сокращения добычи нефти. В результате, при сохранении такого позитивного фона, нефть марки Brent, на наш взгляд, имеет все шансы в ближайшее время продемонстрировать рост до уровня где-то $59 за баррель. А какова ситуация с рублем? Если же говорить о рубле, то такой подъем цен на нефть позитивно сказался на валютном рынке. Доллар и евро пробивают свои локальные минимумы, о чем я говорил в прошлый раз, и достигли уровня августа. Это может говорить о вероятности дальнейшего укрепления рубля. Если сценарий дальнейшего роста на рынке энергоносителей реализуется, то это может спровоцировать укрепление российской валюты до уровня где-то 58-60 рублей за доллар. При этом, начиная с ноября, банкам придется
возвращать валюту, взятую год назад у Центрального банка на аукционах репо, что может сгладить позитивные тенденции на валютном рынке. А под конец года спрос на валюту может быть поддержан выплатами по внешним долгам. До конца года осталось 2 заседания Центрального банка. Какова вероятность дальнейшего снижения ставок регулятором? Вполне возможно, что на одном из этих заседаний Центральный банк пойдет на снижение базовой ставки, однако, на мой взгляд, оно вряд ли превысит 0,5%. Дело в том, что, несмотря на улучшение ситуации на валютном рынке, инфляция продолжает оставаться на достаточно высоком уровне, что не позволит Центральному банку сделать более решительные шаги по смягчению кредитно-денежной политики. В текущей ситуации на какие бумаги на российском рынке стоит обратить внимание инвесторам? Учитывая складывающуюся ситуацию, на наш взгляд, динамику лучше рынка могут показать бумаги нефтегазового сектора, они уже это показывают. Рост цен на нефть пока перекрывает негатив, связанный с возможным повышением налоговой нагрузки на компании этого сектора. Наиболее проблематичной компанией в секторе пока выглядит «Газпром», хотя акции уже начинают расти этой компании. И к ним нужно присмотреться. Также рост может продемонстрировать банковский сектор, и вот Сбербанк, ВТБ, акции ВТБ уже растут, на которые и позитивно влияние оказывает укрепление рубля. На прошедшей неделе Центральный банк в очередной раз отозвал лицензии у 3 банков. Насколько его действия влияют на банковский сектор, и стоит ли ждать дальнейших отзывов? Центральный банк продолжает очищать банковский сектор от недобросовестных игроков. И в этой связи пристально следит за деятельностью банков и их отчетностью. Основными решениями Центрального банка являются санация, то есть оздоровление банка, либо лишение его лицензии. Последнее происходит в основном в случае нарушения норм законодательства, наличию подозрительных операций и несвоевременному предоставлению отчетности. При этом Центральный банк старается не прибегать к отзыву лицензии, если это возможно. Последние 3 банка не испытывали особых проблем с активами, а вот операции, проводимые через них, вызывали опасения и привели к отзывам лицензии. Безусловно, Центральный банк будет и дальше действовать, это наше мнение такое, в этом направлении. Однако мы не ожидаем отзыва лицензии у крупных игроков, а значит, вероятность сильных потрясений в банковском секторе достаточно мала. Спасибо. Следите за новостями вместе с нами на портале rostoflife.ru и на волнах радио Ростов-ФМ, частота 89.4. Я же с вами прощаюсь, а наш выпуск продолжит сюжет с модного показа дизайнерской одежды. Не переключайтесь.